Всем привет, с вами Ирина. Спрашивали меня про орхидеюшку Снейк, которую я покупала у Попова. Вот, и последнее время три вопроса практически одновременно пришло про вот эту вот орхидеюшку, как она себя чувствует, что я ее давно не показывала. Ну, дело в том, что я хотела сделать такое интересное видео, такой ролик. Как только вот у меня проклюнулся вот этот молодой рост, он был маленький, потом чуть подрос. Ну, в общем, у меня эти видео не сохранились. Я вот пыталась их найти на YouTube, но не знаю, возможно, я случайно удалила или... Ну, куда-то они, в общем, исчезли. Но я не помню, конечно, чтобы я удаляла, потому что я специально снимала. Вот, и хотела вам показать за некоторый период это растение, но, к сожалению, видео не сохранилось. А вот, ну, в общем, показываю вам на сегодняшний момент. Моя орхидеюшка вырастила один молодой рост, вот этот. Вот он тоненький такой, длинненький, с красивым листиком. И растим второй молодой ростик. У нас один листик развился, второй почему-то не очень. Посажена в смесь с сиромисом. И, кстати, я у нас не могла найти хороший сиромис. А вот у нас есть и в интернете везде продают, и в магазинах. Дело в том, что если сравнить его вот с этим сиромисом, разница все-таки видна даже ну, вот невооруженным взглядом. Поэтому я не рискнула купить сиромис, хотя очень многие тоже просят меня рассказать про сиромис, снять видео, но пока я не нашла. Это то же самое, как с мхом, который я покупала у нас и который я покупала у Швертера. Это совершенно разные вещи. А вот, поэтому я теперь прекрасно понимаю, почему я не могла подружиться с мхом, потому что у нас продают совершенно другой мох. Это не новозеландский мох, и поэтому у меня возникали трудности. Ну, в общем, вот так выглядит на сегодняшний момент моя орхидеюшка Снейк. Мы растим два молодых роста. Вот так вот она себя чувствует. Листики мы засушили. Я думаю, скорее всего, что это от жары. У нас была сильная жара, и у меня все орхидеюшки, конечно, немножко страдали. Ну, вентилятор немножечко спасал, но не очень. А вот, ну, ничего, мы растим молодые ростики. Листики у нас красивенные просто. Очень красивые листики. Так что... Вот так вот выглядит на сегодняшний момент моя орхидеюшка Снейк. Ну, все, спасибо вам огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки и до новых встреч. Пока-пока!